лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Построим храм всем миром, братцы, ведь он как воздух нужен нам, чтоб без молитвы не остаться от нас летящий к небесам. Да храм как воздух нужен нам, куда несем свои печали, куда мы радости несем. Душа нуждается в причале, ведь храм для нас молитвы дом, и Дух Святой к нам сходит в нем. Осенью нуждающихся за собой. Недаром Русь пришла к крещению, веру избрав своей судьбой, любовь избрав своей судьбой. Построим храм всем миром, братцы, ведь он как воздух нужен нам, чтоб без молитвы не остаться от нас летящий к небесам. Да храм как воздух нужен нам, да храм как воздух. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях дуэт современной православной песни из города Новосибирск, Олег Минаков и Ольга Петухова. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть вновь. Мы уже переписывались некоторое время, да, и такой интересный случай у нас произошел на фестивале «Арзамасские купола».
буквально вот такое необычное событие произошло, что нас поселили рядом в гостиничные номера. Да. Господь свел познакомиться раньше, чем... Заранее, да. Я уже ознакомился на фестивале немножко с вашим репертуаром и с вами лично. Вот, и сейчас... Да. Я тоже сейчас с Божьей помощью заканчиваю строительство храма Василия Великого, вот здесь, в Петербурге, в Васильевом роще. Вот. И эта тема меня, значит, волнует. Ту, которую подняли в этой песне. Ну, может быть, покажу ее даже своим прихожанам. Покажите, пожалуйста. Хорошо. Расскажите, вот, что вот... Чья это песня, кто написал, и почему и вот с нее начали передачу? Эту песню написал я, и стихи, и музыка. И музыку где-то это было полгода назад. Дело в том, что в Новосибирске, в том районе, где мы живем, выделили землю для строительства двух новых храмов. В там поселения такие сельские небольшие. Вот. И батюшка сказал нам такую радостную весть. И я вот как, чтобы как-то вот поддержать это событие, решил написать песню, как бы внести свою лепту в виде песни. Ну, сейчас это актуально. Святейший Патриарх, ну, вот эта программа, знаете, 200 храмов. Москва. Здесь, да. В Петербурге, да. Очень тоже активно строится храм. Ну, вообще, это нужно. Да, будем рады, если эта песня... Зазвучала бы, потому что да. Мы видим по отзывам наших зрителей, что она очень имеет большое воздействие на самом деле. Как воздух нужен нам. Да, как воздух нужен нам, да. Ну, а теперь расскажите, как вы организовались, как дуэт? Ну, Оля, расскажите. 3 года назад мы встретились. Я, в общем-то, певица эстрадная, всегда занималась в культуре работы. Ну, как-то мне всегда хотелось все-таки вот даже в эстрадные концерты я вводила песни, которые как-то вот, ну, трогают душу. Ну, дай бог пела там, вот такие вот. Mm-hmm. Немножечко вводила вот такого, чтобы вместо... Кроме веселухи какой-то и чего-то там такого, как-то люди задумались. А потом вот услышала Олега, мы так вот нас как-то вот встреча свела на поэтическом вместе объединении. Вот, я услышала его гитару, услышала его песни. И вот так вот мы познакомились, потом начали петь вместе. Сначала он писал песни больше для себя, они были такие больше, знаете, мужские, а сейчас вот уже за истечением этого времени мы съездили на несколько фестивалей, несколько концертов дали, и вот сейчас вот у нас уже есть репертуар, и поем вот песни вот эти, да. Ну, я хотел бы вас попросить еще вот что-то спеть, потом мы продолжим mm-hmm. разговор. Хорошо. Мы хотим спеть песню «Божий раб» на стихи Вадима Негатурова. Очень часто спрашивают на наших встречах, как появляется песня. Угу. Ну, иногда вот Олег пишет свои песни, много у него своих песен, но иногда бывает, что встретишь где-нибудь потрясающие стихи. И как-то вот они так ложатся, и буквально через там 2-3 дня встречаемся, он работает, а потом раз — и песня. Да, и ну потом она, конечно, обрастает. Мы ее. Так, «Божий раб». Вадим Негатуров... Божий раб. Я Божий раб и счастлив этой долей. Я оценен немыслимой ценой. Уплачен за меня не наглый доллар, не гордый фунт, не царский золотой, не за ведро каменьев драгоценных, не за сундук, где кожи и меха, не за еду я выкуплен из плена, болезни, смерти, страха и греха. Я искуплен святой Христовой кровью, я получил любовь взамен оков.
зовусь рабом, но я не из сословия униженных и проклятых рабов. Родного сына, хоть был я грешен и духовно слаб, но я свободен навсегда отныне, но все ж я раб, я добровольный раб, я Божий раб, поэтому свободен от обстоятельств времени. Я с радостью ношу тавро Господне, простой нательный православный крест. Тот крест не амулет и не эмблема, но знаменует жизненный этап, что я на все оставшееся время смирен. Добровольный Божий раб. Господи. Очень глубокая песня, глубокие стихи. Да. Исполнение хорошее. Очень заставляет часто, задуматься. Да, задуматься заставляет. Очень часто просто, видите, людям гордыни не дает вот себя осознать. И мне кажется, что эта песня, она объясняет, что не надо. Вот это действительно мы добровольно принимаем это. Вот. Люди просто неправильно себе представляют. Люди себе неправильно представляют. Да, многих, кстати, вот они говорят, вот, ну что это, я пойду в церковь, вроде как там меня рабом, я там раба Божия. Не хотят рабами быть, понимаете, наше атеистическое прошлое учило, что мы не рабы, рабы не мы, да? Вот, и поэтому, конечно, песня несет все-таки какое-то, я думаю, что объяснение все-таки. Вот эта песня, она вот такая вот. Вот. Ну, значит, вы организовались в Новосибирске, да. И стали выступать вместе. Да. Ездить. Вам хочется показывать свое творчество, да? Ну да, конечно. Оно же рождается для чего-то, не для того, чтобы... Конечно, хочется, чтобы увидели люди, услышали. Знаете, хочется, чтобы пели песни, потому что вот я начинаю понимать тоже. Я, то есть, не занималась так глубоко именно православной песней, а сейчас начинаю понимать по отдаче зала, насколько это замечательно и интересно, и здорово, и людям это необходимо. Угу. Да? Люди в духе, да, когда это все откликается. Конечно, мы же поем не только свои песни, мы в концерт вставляем и все наши самые такие известные, вот «Родник» поем, там, угу. Все, ну, вот такие вот, да, песни, там, «Матушку Илианю» также поем, вот, ну, такие вот все песни. Поэтому люди откликаются, и самое удивительное, что иногда плакать начинают, а иногда просто подходят к нам после концерта и говорят, мы вам обещаем, мы завтра сходим в храм. Нам обещают. То есть, понимаете, люди начинают, может быть, они случайные, понимаете, пришли случайно на концерт, заглянули и остались, и начали слушать, и души откликаются. И это нас радует. Это нас очень радует, да. Много вот споров по поводу там православное, патриотическое. Мы тоже у нас всегда спрашивают, чем отличается. Ну, мы думаем, когда это все светлое, это о родине, это оно всегда идет, наверное, да? Вот. У нас есть песня, тоже увидели потрясающие стихи, это нашей новосибирской, краснообской нашей поэтессы Людмилы Абзаевой. Она именно о времени гражданской войны. Сейчас же ведь все же вот уже сколько лет прошло, мы никак не можем примириться там. То нас учили красные, белые, вот это вот все как-то вот
к сожалению, очень мало, мне кажется, вот лично я думаю, что очень маленький слой написан песен хороших о другой стороне. Вот о красной-то много было написано, чего, понимаете? А вот о другой стороне, а ведь это же были те же наши русские люди, потрясающие, потрясающие люди, любящие Россину, Россию проникновенно просто до боли. И вот, эти стихи тоже страшная потрясли. Трагедия, страшная трагедия. Затронула наш народ. Люди потеряли родину. Навсегда многие ведь потеряли. Стихи Людмилы Абзаевой, это наша тоже землячка, поэтесса, музыка моя, «Красные грозди». Да, романс у нас такой есть, «Красные грозди» называется. Оврагах красные грозди, красная осень, в зареве дым нам красные флаги, дальней шарманки печальные звуки, робко рассыпались, кончилось лето, скорбная повесть грядущей разлуки, кем-то читается в шепоте ветра. Печалью дрогнут на клавишах тонкие пальцы. В утренней зале застынут печалью строгие звуки романса скитальца. Горестный запах, он наделен удивительной силой. Мы отойдем, но останутся плакать русские ветры на русских могилах. Что же казниться и думать без толку, прошлое в спешке не сбросить, как платье. Страшная суть окаянного долга будет бродить по пятам, как проклятие. Где-то в другой ослепительной сине, очень похожей на русские дали, пусть, господа, вам приснится Россия, та, за которую вы умирали. Пусть, господа, вам приснится Россия, та, за которую вы умирали. Все, Господи, серьезные вы темы все поднимаете. В своем творчестве. Да, мы стараемся. Несерьезные. Вы проникаетесь, не да, мы вот стараемся, когда песня... да, в концерт и... вносить именно немножечко информации, потому что, ну, все же как привыкли, ну, как бы православная песня думает, что это вот, ну, вышли там колокола туда-сюда, все это, а мы пытаемся все равно внести историю, да, немножко истории какой-то как-то более понятной, вот. Эта песня впервые прозвучала на Арзамасских куполах в 2014 году, и ее услышали вот вообще всегда. У нас на наших концертах наши уже зрители всегда просят ее исполнить, даже если мы ее не поем, то мы на бис обязательно, и почему-то у нас получается ее всегда спеть. Ну, видно, что она такая песня. Да. В золотом запасе в вашем фонде. Да, я думаю, что да. Да, мы сами очень полюбили эту песню.
стихи потрясли, просто замечательная поэзия. Будет продолжение, уже это... сейчас есть, да, уже эта поэтесса пишет еще, у нее есть еще стихи как цикл, на как эту же тему. Цикл, да. Будет цикл, да, мы думаем, что будет есть цикл. Есть еще песни, да. Да. Ну, слава богу, что мы все это помним, что это все живо, и это надо вот это ощущение передавать. Вы знаете, как раз она появилась в 2014 году, и как раз к столетию войны, вот начало войны, да, начало войны, первое, вот мы ее много исполняли. И даже вот, знаете, по радио наше местное радио там передавало, писали передачу, и вот после этого, как они нас находят, я не знаю, звонит там женщина и говорит, а вы можете приехать к нам в школу и выступить перед ребятами, потому что, ну вот просто лекция это сухо, а вы вот еще и споете. То есть вот даже так, такие вот были даже звонки. Вот, услышали песню и... Здорово. И теперь вот это ваша какая основная деятельность выступать? Или что вы там делаете в Новосибирске? Ну, я вообще 30 лет работаю в культуре, просто в культуре режиссера, вот праздников, художественный руководитель, вот так вот всегда немножечко, вот. Ну вот, а у Олега сейчас основная деятельность все-таки вот песня. Да, я очень много времени уделяю написанию песен, как бы... Если так сказать, то я где-то 24 часа в сутки нахожусь в этом состоянии, оно не отпускает, и я понял, что я просто не могу без этого. Как-то вот мне мой батюшка, духовный отец, несколько лет назад, ну как-то так вот, довольно-таки проходя мимо, так сказал, Олег, ты, говорит, этими песнями спасаешься. Я сначала как бы не придал значения, вот только сейчас до меня доходит смысл, ну, действительно, мне кажется, что я именно через песни спасаюсь. То есть и покаяние через них. Да, конечно, для меня исповедь. Это исповедь, молитва. Молитва. То есть тут важно очень быть 100% абсолютно честным, искренним, иначе песня не получится просто. Настоящая живая песня не получится. Слава Богу, вот. Я думаю, пусть и услышат твои слова многие авторы-исполнители. Да, что нужно вживаться не на внешнюю сторону песни, обращать внимание. И хотелось бы, конечно, чтобы и исполняли, в общем-то, есть же певцы с потрясающими голосами, которые могут это сделать вообще, то есть очень, очень красиво все это. Вот. Ну, я очень рад, что судьба Господь свел с вами. Очень рады. Ну, следующая песня, спойте, пожалуйста. Следующая песня называется «Иванов род». У нас в Новосибирске есть такой поэт, журналист, писатель, краевед, историк, да. Александр Анатольевич Верин. Вот, как-то у него был юбилей, мне подарили сборник его стихов и сказали: «Олег, напиши за неделю песню». Я сначала хотел отказаться, но за неделю написать песню. Но на самом деле я написал гораздо раньше. Гораздо раньше. Песня исполнил песню на юбилее. Автору стихов это понравилось. С тех пор мы друзья, не разлей вода. Потом мы сделали... Вы обретаете друзей, да, через песню? Да, у нас очень много сейчас уже друзей, да. Потом мы сделали эту песню вместе. Она, ну, сейчас сами услышите, она получилась как... Не знаю я, как она получилась. Мы посвятили ее 70-летию. Как раз в прошлом году было 70-летие Победы. И вот как раз эти все наши дети войны, которые вот эти вот, мы, нас приглашают на всякие эти всяческие концерты, они не остаются, конечно, равнодушными, потому что перед глазами проходит вся жизнь. Mm-hmm. И вот мы ее, эту песню посвящаем всем нашим мамам, пожалуйста, бабушкам. Mm-hmm. Поехали. La 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 la. Не жалей гармошки новой, Шеремехи шибче вас. Нынче свадьбы Ивановых с Ивановыми у нас. Не запутались бы сваты, хоть расклад вполне простой. Тут сестра идет за братом, там братишка за сестрой. Тут сестра идет за братом, там братишка за сестрой. Вот смогли, так уж смогли же, а в кого пойдут сыны? В Ивановых тех, что рыжих,
или что, как смоль черны, в пляске цукали подковки, такого-то, такого, и смеялись две заловки, разберемся, кто в кого, и смеялись две заловки, разберемся, кто в кого. Кони мчались на рысях, бабы были на сносях, кони мчались на рысях, бабы были на сносях. Две подружки, две заловки, молодухи маков цвет. С ними брички, две свекровки, да и тем под 40 лет. По колдобинам ухабам хватит чака и маяты. И стонали тихо бабы, и держали животы. И стонали тихо бабы, и держали животы. В больнице участковой встретил фельдшер их седой. Они уже готовы, надо б, батя, нам домой. Они уже готовы, надо б, батя, нам домой. Ох, девчонки, и не жалко мучить ваших пискунов. Развернул, а в полушалках Иванов да Иванов. Развернула в полушалках Иванов да Иванов. Два мальчишки черный с рыжим, два упругих пацана. Барабанил дождь по крышам, а вокруг была война. Барабанил дождь по крышам, а вокруг была война. В тишине пустой палаты мирно спали огольцы. А в земле сырой солдат, молодые их отцы. А в земле лежали деды, а дедам и 40 нет. И до дня святой победы ждать пождать так много лет. И до дня святой победы ждать пождать так много лет. Сели в бричку наши мамы в шестером и полный ход. Да чего же он упрямый, Ивановский этот род. Старый фельдшер седоусый вслед махнул одной рукой. Да чего живуч он, русский наш народ, коль весь такой. Да чего живуч он, русский наш народ, коль весь такой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Господи. Дорогие мои, на этом наша передача закончена. С нами были гости из Новосибирска, Олег Минаков и Ольга Петухова. Божьей всем помощи. До свидания. Спасибо, Господи. Спасибо. До свидания.